Мичуринское среднее сельское профессионально-техническое училище – одно из старейших в Ленинградской области. Для молодежи здесь созданы все условия, чтобы на практике овладевать трудовыми навыками, осваивать ведущие профессии сельского хозяйства. Училище меняется с каждым годом. Оно растет, ширится. Неизменным остается одно – любовь и верность учащихся родной земле. За плодотворную работу по подготовке молодежи к трудовой жизни ПТУ награждено орденом «Знак почета».